Уважаемые отдыхающие женщины, специально для вас новый аттракцион «Неженатые на две недели мужчины». Есть все размеры. Фото-видеосъемка запрещена, алкоголь в себе только приветствуется. Вас ждут веселые плавки, пошлые анекдоты, увлекательная ложь про бизнес в Ханты-Мансийске. Осталось 6 мест. Стали жить как все, дом, семья, дела. Но на помощь Спарта нас позвала. Снова КВН и в глазах искра. Ярославль в деле, привет, игра. Мне без тебя не в кайф. Вся эта beautiful life. Без тебя, без тебя. Привет, Сочи! Знаете, если честно, нам было очень сложно приехать на этот летний кубок. Ну, просто мы все люди женатые, а как-то тяжело объяснить жене, что ты едешь летом в Сочи помогать казахам победить киргизов, с которыми приехали пацаны из Армавира. Очень шаткая легенда, Александр Васильевич. Поэтому сегодня в вашей передаче алкашня, которым лишь бы из дома свалить. Так, ладно, теперь серьезно. Сегодня впервые за всю историю КВН мы решили нарушить правила этой великой игры. Мы со Спартой будем выступать не двумя разными коллективами, а одной единой командой. Что скажете, Александр Васильевич? Пожалуйста, только баллы потом поделите пополам. Ну ладно, нам дружба, она важнее победы, да, правильно, да, пацаны? Конечно. Спарта, выходите, давайте. Сейчас они выйдут, сейчас. Просто не слышали, наверное. Пацаны, Спарта, можно? Лёха, тут такое дело. Да, поговорить надо. Чего? Надо пообщаться. Короче, победа нам важнее, пойми. Подождите, мы же договаривались. Ну я же не знал, что Александр Васильевич так скажет. Ну понятно. Значит, для вас слово Александра Васильевича важнее дружбы и договоренности. Не-не-не-не-не-не, не только дружбы и договоренности. Любое слово подставляй дороже семьи, детей. Понимаешь, нам просто без победы в Казахстан нельзя возвращаться. То есть вашим спортсменам можно, а вам нет? Да ладно, парни, что вы начинаете? Данияр, Дидар, ЛКБЛАН, Олжас, мы же друзья. Вы русские? Не перебарщивайте! О, понятно. Давайте, пацаны, ладно. Чего они о себе возомнили? Скажи, да? Просто выиграли высшую лигу один раз, и все. Я извиняюсь, русского перепутали, вот наш. Слушайте, пацаны, а я предлагаю поменяться. Пусть Спарта играет с русской дорогой, да? А мы с Азией Микс. Правильно! Нет, 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 еще раз нет. Кыргызы правил не нарушают. Все. Ну, хоть какой-то факт о киргизах узнали. Че, получается, будем играть со Спартой. Александр Васильевич изначально все правильно придумал. Вот вы, Александр Васильевич, голова. На 3 хода вперед продумали. Гроссмейстер. Иваныч, ты что делаешь? Сглаживаю нашу маленькую революцию. Радио «Свобода» и юмор, основанный на реальных событиях. Привет! Ну что ж, давайте начинать. Есть 2 женские фразы, после которых мужчина понимает, что его ждет долгое испытание. Я беременна и сфоткай меня на фоне моря. Ну я тут так встала, что у меня рука толстая. Может, ты тут так ела, что у тебя рука толстая? Ну а предыдущую покажи. Ну ты мне ноги обрезал. Ну и где спасибо? Я сейчас эротично лягу, а ты меня сфоткай. Ой, сейчас, секунду. Оп. Ой, хорошо, почти. Пока да. Из эротики только звуки, могу диктофон включить. Да ты достал!
стал? Ты думаешь, я для себя стараюсь? Все для этих подруг, куриц с работы, блин. Как съездили, покажи фотки, как были на море. Если что, диктофон еще работает. Просто с фоткой, как я держу солнышко. Есть! Получилось? Нет, телефон сел, я купаться. Да, Ваня! Продолжаем. В последнее время американские военные корабли все чаще заходят в акваторию Черного моря для демонстрации своей боевой мощи. Но разгар курортного сезона не самое лучшее для этого время. Остановите судно, вы идете прямо на нас! А пацаны кричали мне, ништяк, браток. Семёныч, с тебя косарь, это не коряга. Вообще-то это крейсер Джон Кеннеди, секретная разработка военно-морских сил США. Знакомьтесь, яхта Натали, секретная покупка Туапсинской городской администрации. Да на, твари ненасытные, на. Лёня, успокойся, это не рыбнадзор. Ну и куда вы такие нарядные собрались на своем каноэ? Вообще-то наше судно выполняет боевую задачу в водах Черноморского региона с целью сдерживания России. Нифига себе, дельфин видел, вошь парит, а! Ой, извини, перебил, что ты там говорил? Что вы себе позволяете? Наш корабль обладает полным арсеналом ядерного оружия. Слышь, еще одна угроза. Я надену трусы, спущусь и наваляю вам. Файна. Ну, что не поем, оба? Лёня, успокойся, на вечером привезут. Так, все, хватит, мы будем разговаривать только с военным званием, не ниже генерала. Я не знаю, чего вы не разговаривали, он к вам уже два раза выходил. Мы расцениваем это как угрозу и вынуждены вас атаковать. Ой. Наташ, там на двери каюты трусы висят. Принеси, пожалуйста. Продолжим. Знаете, кто-то говорит, что в Сочи отдыхать дорого. Кто-то говорит, что здесь недостаточный уровень сервиса. Кто-то просто говорит, что Сочи — это не Турция. Но самое интересное, что каждый год все эти люди говорят это в Сочи. Едет каждый год летом наш народ, чтобы отдохнуть в Сочи на курорт. Да. У страны большой, он такой один, он неповторим, он незаменим. Да ладно, прямо так уж и незаменим. А вот ты только представь, если Сочи не станет, Анапу людьми растянет. В Геленджике по 5 семей на лежаке. Если Сочи не станет, куда поедут армяне? Весь этот миллион людей. Ой, мама! Как Сочи не станет сразу, без секса жить будут абхазы. Не будет чучхелы и пхали, найти бы хоть попку хинкали. Питоны, попугаи, мартышки не будут слепнуть от вспышки. И пусто на Красной Поляне, там тоже жили армяне. За это русские люди так сильно Сочи и любят. Что он такой, не идеальный, но родной, и мы его полюбили. Спасибо, что позвал, Сан Васильич, на летний кубок свой. Радио Свобода, спасибо!